радость моя первая. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся на подводную охоту. Как обычно, прогноз погоды подвел. Обещали ясную погоду. Как видите, вот сейчас достаточно пасмурно. Тем более, сегодня у нас на календаре 19 декабря. Наступают самые короткие дни, самые темные. И так мало света, а тут еще и пасмурная погода. Так, будем охотиться сегодня втроем. Я, Алексей, мой постоянный напарник и Евгений. Вот в этот раз будем охотиться сплавом с использованием автомобилей. Будем несколько раз забрасываться вверх по течению и сплавляться. Очень сильный ветер с большими порывами. Смотрю, рыбаки все равно на Енисее. Их это не пугает. Так, ну что, все, мы выехали. Сейчас едем на точку старта. Снаряжение все в машине. Сегодня сильный ветер, волна. Сегодня очень тепло. 0 градусов. Сейчас. Даже плюс 1 показывает. Нырять хочу. Сколько я месяц не нырял? Не свисти. А сколько? Я месяц назад приехал с Крыма и нырял раз. Да? Да. Все. А ты 2 недели назад нырял со мной. 3? 2 или 3? Нет, точно не 2. 2 недели ровно. Да? Да, как раз ты мне звонил. Че, получается, одни выходные только не нырял? Правда? Леха планировать не хочет, что он сегодня настреляет. Нет, я не хочу. Потому что когда мы планируем, он ничего не стреляет. А я буду планировать, потому что то, что я планирую, я обычно добываю. Сегодня я хочу взять 4 штуки. Неважно какого размера. Ну, 4. Так. Что, в 5-палах? Да, я ныряю сегодня в 5-палах. Потому что последний заплыв показал, что палые перчатки по теплу такие же, как и... Ну, это заплыв у тебя был 3 недели назад или 2. А я тебе хочу сказать, я последний заплыв плавал в 5-палах, больше плавать не буду. Пальцы забыл. Плавать никогда. Года 3 первым было, вообще вот так и дышалось, а сейчас ты так же прям как-то... Thank you.
Ну, на самом деле тяжело, экстремально. И течение, и Енисей, прозрачность не очень хорошая. Плюс костюм подсел, дышится немножко тяжеловато. Недолгие задержки, но для меня важно было, что, как ты мне говорил, за камень зацепился, тебя прижало, ну, ты спокойненько. Да. Тебя не несет, уже ты огляделся, осмотрелся и уже, ну, скажем так, более разумно, более отчетливо какие-то действия и понимание было. А ты рыбу видел? Какой-нибудь хотя бы Хариус. Харизов видел. Ну, хорошо, хорошо. Харизов видел. Его тоже плохо видно. Форельки не было. Но. Если была бы белая форелька, ее хорошо видно. А вот Хариус. Где Леха? Ну чё, короче, уходил я по той ямке, ближе к фарватеру. И чё тебе скажу, рыба там есть? Рыба там есть. Хорошая? Ну, понятно. Но из-за того, что там глубины больше. Темно вообще, да? Там очень темно, да, мутно. Мутно, темно. Рыбу видел в основном, когда она уже срывалась с места. То есть, ну, такие тяжелые именно по обзору условия. Там много коряк, много всякой фигни висит, знаешь. Видать там, ну, я не знаю, прикормки там какие-то. Короче, какие-то мешки такие лежат. С веревками. И, короче, на них висит водоросли много такой. Я пару раз чуть не выстрелил по... мешкам? По мешкам, да. Там не мешки, там водоросли, получается, висят. Где-то за палку, за ветку зацепились. Там коряжника очень много. Вот, и как бы рыба есть. Я в какой-то момент... Ты мне скажи, крупная? Нет, не сильно. Я на первом шандырке видел две штуки. Вот. Одна была примерно размера, которую ты вот стрелял. Маленькую. Короче... Думаю, какого хрена стрелять? Нахуй тема такая, я это... Стрелять такое. Такая вот, знаешь, между... Что-то среднее между вот тем, что я вот сейчас подстрелил. Ага. Чуть ниже большой, вот, чуть меньше большой вот этой. Ага. Ну. Крупная видел, что нет? Вот, сейчас расскажу. Получается, что? Ну, такой прям середнячок. Я заплываю, и там куча вот этой рыбы. Я более-менее крупненькую из нее зацелил, головой за ней слежу. Сам зацепился, думаю, сейчас остановится где-нибудь. Ружьем пока не мотаю, только головой, ну, слежу за ней. И она вот, зараза, чуть выше ушла по течению, а я так маленько как поперек вот так стою. И в этот момент поворачиваюсь, смотрю, куда смотрит ружье, и передо мной такая плямба просто висит. Прямо по направлению ружья. Я голову поворачиваю, она в этот момент удирает просто. Ага. Понимаешь, ружье все это время смотрело прямо на рыбину. Вот она вот, бывает, что голова вот так вот стоит. Да. И она узкая получается. Нет, она вот так поперек ко мне. А, поперек? Да. А я смотрю, я вот туда голову завернул, и там это мельтешит. Я думаю, ну развернется, и потом я буду ружьем уже крутить, да? Получается, а ружье прямо на эту фигню направлено, понимаешь? И она ко мне вот оттуда, из мути, подошла и вот так вот боком встала. Я голову поворачиваю, она просто стартует и уходит. Я думаю, ну ё-моё.
Оп. Слушай, я вообще мало видел. Интересно. Вообще мало. Я вот эту, знаешь, как взял? Я уже вымерил, выходил, короче, из ямы и шел ближе к этому. Сейчас, подожди, я расскажу, что я сейчас. Ну, к форельке туда. Слушай, хороша, вообще хороша. Ну, попробуй полынь. Ну, по сравнению с тем, что сегодня нам попадалось, непонятно. Откакал. Это. Сюда. Фу. Ну что, ребят, второй заход прошел успешно. Все пробились. Вот. Наш третий товарищ сумел взять. Очень интересную для этих мест рыбу. Пеленгас. Мы не думали, что она водится. Но он нашел эту рыбину и сумел ее взять. Так что мы его поздравляем. Да, такая где-то 55 сантиметров длиной. В заряженном состоянии. В заряженном состоянии, да. Видимо, до этого ушла от какого-то другого подводного охотника. Такая очень интересная рыба. Я, по крайней мере, таких еще не встречал. Таймень не встречал. Я говорю, я сначала, он выныривает, как Нептун с двумя оружиями. Я подумал, что с двух рук, что ли, бьет. Потом-то сообразил, что он его нашел. Ну что, делаем сейчас крайний заныр. Да. Ветер чуть-чуть стих, да? По-моему, вообще там, смотрю, по волне чуть меньше стал. Ну, я скажу, даже прозрак, мне кажется, чуть-чуть лучше стал. Да потому что солнца стало больше. Ну? Да, по волне. Но обещанного солнца меньше. Нету. Да. Ну, хотя оно будет к 4 якобы. Под водой хорошо слышно, да? Такое ощущение, знаешь, что кто-то прям возле твоего уха как долбанет. Скорость звука же в этом воде гораздо больше, чем в воздухе. Просто плотно с вашей. Добыл. Хоть небольшая. Бог с ним, хоть небольшая. Молодец. Да. Ну большой ничего не видел. А вы как сейчас? Я тут взял. Алеша, не слышишь? Я уже 10 раз отдохнул. Мы с ним встречались на самом начале. Вместе отдыхали, стояли. Выстрел не сложный, спокойненько, вот это классно, там ветра устало. Радость моя первая. Первая рыбка. Все ништяк. Самое главное открыть счет. Да. Понимание, чтобы пришло, да. Демо-версия рыбы. Я
я ее видел. Какая-то коротководская. А это какая? Интересно, какая-то она нестандартная маленькая. Купируйте. Ну, где таких бывает, частенько попадаются. Вишня-то развитая. Ну, постовая часть.